Добрый вечер, футбольная страна. Мелбет Первая Лига приглашает в славный город Саратов, где сегодня в рамках шестого тура местный «Сокол» встречается с футбольным клубом «Уфа». Главный тренер коллектива из Башкортостана Евгений Харлачев приехал в город, в котором работал, казалось бы, еще совсем недавно. И работал, надо сказать, весьма и весьма продуктивно. Именно Харлачев сделал весомый вклад в выход «Сокола» из второй лиги в первую. Посмотрим, как это поле поможет или помешает футболистам сегодня демонстрировать качественную игру, которая уже стартовала. Итак, состав Уфы, как я и обещал, в воротах. Капитан команды первый номер Олег Баклов. Какие результаты «Сокол» показывает. Ну и какой состав Максименко пробивает издали. Еще один удар будет. И это, кстати, первый удар в створ в сегодняшнем матче. Разберемся, кто же этот самый удар наносил. Ну, конечно же, Максименко. Да, здесь Чабанов. Пробил 56-й номер, а не 55-й, а уже 55-й Максименко выстрелил. Скорее всего, в перерыве замены последуют. Хотя, конечно, я, возможно, тороплюсь. До перерыва еще довольно много времени. Уфа пока в атаке. Подача будет, и удар он будет, и будет гол! Это гол, это 1-0. Уфа выходит вперед. Вот так вот. Все-таки эти подачи с фланга приносят свои плоды. И Андрей Анисимов открывает счет в этом матче. Давайте посмотрим повтор. Адиян на дуде получает мяч. Казалось бы, завозился Мигран, но нет. Он находит слева партнера. Кажется, это Пасевич. Там подача. Удар и гол. Нет, это Адаев. Прошу прощения, Владислав Адаев делает подачу. Ну и где же? Где же хваленные центральные защитники «Сокола»? В прошлый раз была ничья. Ох, какой удар Забелина, и добивание здесь следует. Какой моментище. Ну вот и действительно игра ведь шла до гола, да? Нет, вернее, по-другому. Игра настоящая пошла после гола. Вот так. Показывают нам Забелина. Вернейший шанс имел сейчас центральный защитник «Сокола». Станислав Матвеев компенсирует. «Сокол» в атаку мчится. Подача, удар, и тащит. Тащит Баклов. Важнейший сейв Олега Баклова. Разыграно все было просто великолепно. Ох, ничего себе, вы серьезно? Да ведь это Чуриков. Мне же не показалось, это 23-й номер. Да, а представьте, Чуриков забил бы и второй раз. За два тура спас бы «Сокол» от поражения. Прямо сейчас может прозвучать финальный свисток. И он звучит, первая победа Уфы, которую команде приносит Андрей Анисимов, забивший единственный в этом матче гол на 34-й минуте. И таким образом прерывается беспроигрышная серия «Сокола», которая с учетом матчей прошлого сезона насчитывала целых 9 встреч.